Около 1000 человек накануне успешно прошли аккредитацию и теперь готовы приступить к заседаниям и дискуссиям. А их на сегодня запланировано немало. Организаторы предложили участникам очень насыщенную программу. В отличие от предыдущих форумов, которые проводятся на этой благодатной сочинской земле, есть принципиальное отличие. Мы проводим этот форум после того, как принято ряд стратегических документов по развитию железнодорожного транспорта. В частности, недавно была защищена генеральная схема развития железнодорожного транспорта. После официального открытия здесь представят независимых директоров форума, а затем начнется первое пленарное заседание. Оно будет посвящено трансевразийскому коридору в мировой экономике. На этом форуме впервые будут рассмотрены очень важные вопросы. Это организация контейнерных перевозок в России, и не только в России, но и связь России с нашими ближайшими партнерами по колее 15-20, в частности Казахстан, Белоруссия. Это речь идет о коридоре, таком как Западный Китай, Западная Европа. Но форум – это не только площадка для обсуждений, но и место принятия конкретных бизнес-решений. Доказательство тому – международные соглашения, которые будут подписаны днем. Об этом и многом другом мы расскажем в эфире нашего телеканала. Кирилл Труфанов, Ренал Лутфуллин. Специально для РЖД-ТВ.